Расскажу тебе историю. Один молодой человек искал работу. И вот звонит ему девушка Вера и предлагает вакансию. И такой приятный у нее голос, и такая она милая в общении. Привет, Гоша. Меня зовут Вера, я робот. Может, на свидание Вера и не пойдет, зато поможет найти работу мечты. Почему бы ты хотел работать в проектории? Потому что, как бы сказал Владимир Пирожков, это очень круто. Моя коллега сейчас набирает популярность. Не исключено, что именно она будет через несколько лет брать тебя на работу. Многие большие компании уже доверили ей это дело. Стоит задуматься именно о том, что если вам звонит робот, то это компания, которая пробует передовые решения, и на нее стоит обратить внимание, и явно они интересуются будущим, и вам там будет интересно. По каким критериям умные машины оценивают кандидатов на ту или иную должность? Что такое анализатор эмоций? Есть ли шансы очаровать компьютерного работодателя? И кто все-таки играет решающую роль при трудоустройстве? Нейросеть или живой человек?